И сегодня ваши ангелы-хранители несут вам особое послание. Особенно после последней встречи вы заставляете их чувствовать такие вещи, которые трудно описать словами. Ангелы говорят, что вы невероятно обвораживающий человек, вызывающий эмоции, которые выходят за рамки слов. Вас лишь сложно описать, особенно после последней встречи. Вы всегда были тем, кто волнует их умы, и слова просто ускользают. Ваши мысли становятся бессвязными, когда вы рядом. Это то, чем они отчаянно пытались управлять, но никогда полностью не смогли, потому что сила притяжения и интенсивность чувств к вам ошеломляющие. Вы способны заставить их нервничать и восторгаться, доводя их до потери самообладания. Повторю, вы заставляете их чувствовать такие вещи, которые трудно выразить, особенно после последней встречи. И особенно последнее событие глубоко повлияло на них, усиливая их чувства. То, как вы выглядели в тот день, лишило их слов. Они не могли отвести глаз от вас и не хотели этого. Ваш облик запечатлелся в их умах, и они часто представляют вас, даже когда вы не рядом. Их умы всегда возвращаются к вам, и эти сильные чувства всплывают, даже когда они не видят вас физически. Им все еще трудно найти лучший способ выразить эти чувства словами. Они желают найти слова, чтобы описать, как вы заставляете их чувствовать себя. Если бы они могли, они бы с удовольствием рассказали вам, насколько вы для них значите и как вас и ваша красота влияют на них. Но они знают, что их слова не смогут полностью передать интенсивность их чувств. Поэтому не трактуйте их молчание как отсутствие сложных и глубоких эмоций. Фактически, их молчание – это подтверждение интенсивности их чувств. Это может быть сложно понять и помнить, поэтому ваши ангелы-хранители хотят, чтобы вы услышали это сообщение. Может быть трудно для людей понять чувства, которые они никогда раньше не испытывали, и поэтому еще труднее выразить эти неведомые эмоции кому-то другому, особенно тому, кого они касаются. Это не означает, что они не чувствуют к вам ничего, поэтому не давайте влиянию их эмоционального путешествия на вас. Знайте о силе, которой вы обладаете. Вы способны лишить кого-то слов. Вы способны заставить кого-то чувствовать то, что никто другой не смог сделать раньше. Поймите, насколько вы уникальны. Эти чувства, которые вы вызываете, принадлежат исключительно вам и отличаются от всего, что они когда-либо испытывали. Это делает вас непохожими, и невозможно сравнить вас с другими. Вы находитесь на своем уровне, и никто другой не приближается к тому, кем вы являетесь. Даже если они пытаются рассмотреть другие варианты, они всегда возвращаются к вам, потому что ничто и никто не заставляет их чувствовать то, что вы. Они хотят рассказать вам и пытаются разгадать, как последняя встреча усилила ваше влияние на них и сделала вас более присутствующими в их умах. Они знают, что если не расскажут вам вскоре, они могут упустить шанс быть с вами, так как кто-то другой, без сомнения, может приблизиться и покорить ваше сердце, если они слишком долго будут медлить. Они знают, что вы привлекательны многими способами для многих людей, и другие были бы глупцами, не видя то, что они видят. Люди были бы глупцами, не понимая, насколько вы невероятны и насколько замечательным человеком вы могли бы быть для них. Они признают это, даже если никогда не высказывали вам это. Но теперь они осознают, что должны были это сделать и не держать это в тайне так долго. Это важно для них, чтобы вы знали, как они себя чувствуют, поэтому они уделяют время поиску слов в своих умах, чтобы описать, как вы заставляете их чувствовать себя. Эти слова действительно не существуют,
но они делают все возможное, чтобы попытаться объяснить с использованием доступных слов. Они знают, что вы заслуживаете узнать о влиянии, которое вы оказываете на них, и о чувствах любви и обожания, которые вы вдохновляете. Поэтому примите это с спокойствием. Вы невероятно достойный человек, заслуживающий любви, и должны быть с тем, кто хочет поделиться этими чувствами с вами. Если вы разделяете эти чувства, создайте атмосферу, в которой им известно, что их слова будут услышаны и признаны. Позвольте им напомнить вам, кто вы и что вы заслуживаете в отношениях. Не принимайте ничего и никого, кто не видит вас такими, какие вы есть, и не относится к вам с уважением. Откройтесь для любви, когда она вам предлагается, и понимайте, что вы заслуживаете много. Вы – особенный человек и заставляете других чувствовать себя особенными. Это всегда будет неотъемлемой частью того, кем вы являетесь, независимо от выбранного вами пути или того, что приготовило вам жизнь. Я заканчиваю это молитвой за вас, чтобы, слушая эти искренние слова, ваш дух был коснут и ваше сердце утешено, Господь. Пусть они почувствуют глубину эмоций и важность вашего присутствия в жизни других. Дайте им силу обнять любовь, которая их окружает, и мудрость, чтобы признать свое собственное достоинство. Пусть они идут вперед с уверенностью и самоуважением, зная, что их любят и что они заслуживают всей любви, которая им предлагается. Аминь. Пожалуйста, уделите момент, чтобы эти слова прозвучали в вашей душе. Помните, что вы любимы и защищены Вселенной. Введите 555, чтобы принять это сообщение и благословение, которое оно несет. Подумайте о том, чтобы оставить положительный комментарий для других зрителей, которым может понадобиться дополнительная доля позитива в их день. Вселенная видит это как акт доброты, который питает круг доброго кармы. Вы распространяете позитив, и вам воздают благословение Вселенной в ответ. Будьте внимательны к следующему важному сообщению, которое ждет вас в следующем видео. Пусть Бог и Вселенная осветят ваши шаги миром, любовью и верой. Аминь.